Привет всем! Итак, мы снова в Дрездене. Цель нашей сегодняшней поездки – это зоопарк. Дрезденский зоопарк – один из старейших зоопарков Германии, основанный в 1861 году. Его совсем недавно перестроили. Теперь животные не сидят со скучающим видом в клетках, а чувствуют себя как дома. Например, вольер для слонов, мандрил, тропических птиц и львов. Так и называется африканский дом. Дрезденский зоопарк – один из четырех самых старых зоопарков Германии. Расположен в южной части Большого сада Дрездена. В Дрезденском зоопарке содержится более 2000 животных из 334 видов. Но в Википедии есть другая информация, что якобы в Дрезденском зоопарке содержится около 3000 животных из 400 видов. Но я больше склонен верить первой информации. По моим наблюдениям, у слонов самый большой вольер, но это и законно. Во-первых, их четверо, а во-вторых, их габариты требуют более обширного пространства. Ну а львов, по-моему, незаслуженно обидели. Их что-то так в уголочек где-то спрятали. Но, тем не менее, никто мимо не проходит. Жирафы живут в одном павильоне вместе с зебрами. Но как-то кучкуются по-разному. Зебры слева, жирафы справа. Правда, иногда зебры посягают на территорию жирафа. Большой интерес у детей вызывает вольерчик с сурками. Сурки очень похожи на сусликов или суслики на сурков, но они относятся к одному виду. Разница в том, что сурки обитают в основном в холмистой и горной местности и имеют более темный окрас. А суслики – это жители степей. Много их встречается в Придонье, в Поволжье. Они наносят значительный вред сельскому хозяйству, так как лакомятся в основном злаковыми, вот, ну и не брезгуют корнеплодами.
зоопарке хорошо представлен отряд копытных. Здесь есть и козлики, и козочки, и бараны, и овечки, и быки различные, и по габаритам, и по масти, и коровы. Да, забыл. И верблюды есть, и ослы. Также много в зоопарке и пернатых. Представителями этого отряда являются журавли. Так мне жалко этого бедолагу. Складывается впечатление, что за какую-то шалость или провинность его отлучили от кормушки. Если ваши дети устали от знакомства с фауной мира, вы можете заглянуть на детскую площадку. Среди пернатых особое место занимают хищные птицы. Это совы и стервятники.
зоопарке имеется небольшой пруд, на берегах которого живут утки, цапли, пеликаны, фламинго. Зоопарк Дрездена является членом Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов и активно участвует в программе сохранения и разведения редких и исчезающих видов животных. Кроме того, зоопарк предлагает различные программы и мероприятия для посетителей, включая экскурсии, лекции, детские мероприятия. Здесь также есть кафе и магазин сувениров и детские площадки для развлечения детей. Зоопарк – это не только место для отдыха, но и одновременно он является самым большим естественным научным образовательным центром города. Существуя с 1969 года, школа при зоопарке знакомит учеников разных возрастов с жизнью животных, проблемами охраны окружающей среды, вопросами экологии, этнологии. Легендарному директору зоопарка профессору Густаву Брандесу, чья история воспитания Буши, детеныша орангутана, в 20-е годы получила известность во всем мире, в 2010 году был поставлен особый памятник. Новый вольер на 1125 метров квадратных под открытым небом был открыт после года строительных работ. Вольер профессора Брандеса представляет собой более просторное и современное пристанище для приматов. В большом открытом вольере посетитель теперь может наблюдать за жизнью также и новых видов, как шерстистая обезьяна, шаровый броненосец и белоголовый саки.
Прямо над головами посетителей в африканском доме болтаются на ветвях несколько ленивцев. При желании их можно даже погладить, если не бояться длиннющих когтей и специфического запаха. Ну как можно пройти мимо любопытных лемуров? У них такие смешные мордочки. Снежный барс не захотел нам позировать. Зато гепард показал себя во всей красе. И сам, и его подруга. На детской площадке можно пообщаться с молодыми животными. Ну вот и рогатые копытные. Одни из самых крупных.
Ну вот и рогатые копытные, одни из самых крупных. Детей невозможно оторвать от бассейна с пингвинами. Для них это самый лучший аттракцион в зоопарке. Вот и закончилась наша прогулка по Дрезденскому зоопарку. Конечно, невозможно за 2 часа посмотреть все, тем более здесь более 2000 экземпляров животных. Мы посмотрели только 10-ю, может быть, и 100-ю часть всего, что здесь есть. Но у нас впереди еще другие парки.